После стабильной напряженной ночи утром противник возобновил активный артиллерийский огонь на северном и юго-восточном направлениях. В настоящий момент на тех же направлениях идут тяжелые бои. Также ожесточенные бои развернулись на южном направлении. Подразделения армии обороны продолжают держать под контролем оперативно-тактическую ситуацию и предпринимают шаги для нанесения новых потерь вражеским силам. Во второй половине дня стало известно о том, что удалось сбить очередной азербайджанский Су-25. Около 17 часов ракетному обстрелу вновь подверглась столица Нагорно-Карабахской республики Степанакерт. Накануне поздно вечером и сегодня армия обороны Карабаха опубликовала два новых списка погибших при отражении азербайджанской агрессии военнослужащих, резервистов и добровольцев. В них 72 имени. Таким образом, число боевых потерь возросло до 615. Светлая память. Власти Карабаха создали комендатуру и ввели ограничения на передвижение. Мужчинам призывного возраста запрещено покидать Нагорный Карабах. Согласно указу президента НКР Арайка Арутюняна, в целях реализации предусмотренных мер для обеспечения применения временных ограничений прав и свобод, организации совместного управления силами и средствами создается комендатура, которую возглавит руководитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Карен Саркисян. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в очередной раз раскритиковал роль Турции в Карабахском конфликте. В этом вопросе не будет военной победы, поэтому необходимо соблюдать режим прекращения огня. Сегодня мы видим единственную страну, которая не призывает к соблюдению режима прекращения огня. Это Турция, и это разрушительно. Нам ясно, что Турция постоянно совершает провокационные действия, которые недопустимы. Мяч находится на стороне Анкары, заявил глава МИД Франции на совместной пресс-конференции с германским и польскими коллегами. Парламент Австрии единогласно принял предложение ходатайства по Карабахскому конфликту. Его поддержали все парламентские фракции. Основные положения документа касаются усилий Австрии и Европейского Союза по прекращению огня, осуждения вмешательства и поставок оружия со стороны Турции.